58. Столько человек утонуло в Могилевской области с начала купального сезона. Из них 8 в Бобруйске. В двух случаях это дети. Среди причин – алкоголь, переохлаждение или просто баловство. Смертей могло быть меньше, если бы не больная смелость людей. Долгие-долгие годы, я даже не могу сказать, когда последний раз был случай утопления в районе действия спасательных станций. Это практически нонсенс, не бывает такого. В основном люди тонут практически 100% в местах, которые не оборудованы для купания, где нет возможности спасателям оказать помощь. Кроме большого риска для жизни, купание в запрещенных местах может обернуться штрафом до 87 рублей. Есть и другие нарушения, которых стоит избегать. Разжигание костра стоит 348 рублей. А если распивать алкоголь, можно получить административный арест. О безопасности на водоемах должны помнить как взрослые, так и дети. Взрослым нужно помнить, что они в первую очередь должны быть примером для своих детей, никакого алкоголя у водоема, ну и, конечно же, купаться в разрешенных местах для этого. Дети – еще одна проблемная тема. С начала купального сезона составлено 46 административных протоколов, 4 на несовершеннолетних. Подростки любят отдыхать у воды, где нет посторонних глаз, и о безопасности не думают. А вот родителям стоило бы. В случае недостижения детьми возраста 16 лет, с которого наступает ответственность за данную статью, административный протокол составляется на законных представителей за невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей. В таком случае санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 10 базовых величин и дальнейшую организацию работы с субъектами по выявлению семейного неблагополучия. Ежегодно водоемы готовят к началу сезона, чистят дно и берег от мусора, проверяют санитарное состояние, а после выдают разрешение. В летний период мониторинг продолжается. Также здесь дежурят спасатели. Сейчас для купания открыты места отдыха на 6-м микрорайоне, но только для взрослых и в Туголице. Так что выбор за вами – плавать в безопасности или превратить свою жизнь в фильм с плохим концом. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.